сегодняшнего дня в Краснодаре на пересечении улиц Красных Партизан и Рашпилевская изменена схема движения. Теперь автомобилистам будет выделена отдельная полоса для левого поворота с улицы Рашпилевской в сторону Аэродромной. Также по улице Красных Партизан на подходе к Рашпилевской появятся полосы только направо и только налево. На Рашпилевской при движении со стороны Одесской теперь будет полоса только налево, а если в сторону улицы Бабушкина, то только прямо. Новую дорожную разметку рабочие наносили сегодня ночью. Также были установлены знаки и дополнительные секции на светофорах. В ближайшие дни на перекрестке будут дежурить сотрудники ДПС и разъяснять водителям новую схему движения.